Microsoft с 2019 года работает над секретным проектом по созданию собственного процессора для обучения систем искусственного интеллекта. Об этом пишет The Information. Он имеет кодовое название Athena. Первая версия чипа, скорее всего, будет использовать техпроцесс 5 нанометров от TSMC, хотя в рамках проекта, вероятно, будет несколько поколений чипов. Одна из ключевых задач Redmond'сов заключается в экономии, так как на данный момент большую часть процессоров для машинного обучения поставляет NVIDIA. Кроме того, в Microsoft верят, что собственный чип сможет превзойти конкурентов при меньшей на 30% стоимости, чем у решений NVIDIA. Сообщается, что прототипы чипов уже доступны небольшой группе сотрудников Microsoft, а также ряду сотрудников OpenAI, которая работает над ChatGPT. Над разработкой Athena работает более 300 сотрудников, причем создание чипа заметно ускорилось на фоне популяризации чат-ботов с искусственным интеллектом. По данным СМИ, процессоры Athena могут стать доступными уже в 2024 году, однако пока не ясно, будут ли они доступны клиентам в облаке Microsoft Azure. Бизнесмен Илон Маск хочет создать чат-бот с искусственным интеллектом TrueGPT. Он будет нацелен на поиск правды, а также изучение Вселенной. Миллиардер подчеркнул, что считает искусственный интеллект опасным явлением, так как у него есть потенциал уничтожения цивилизации. По словам Маска, его TrueGPT с меньшей вероятностью уничтожит людей, потому что мы являемся интересной частью Вселенной. Ранее Маск рассказал о планах запустить стартап в области искусственного интеллекта, который будет конкурировать с создателем ChatGPT OpenAI. Кроме того, Маск привлек несколько инженеров и купил для нового проекта 1000 мощных графических процессоров. Японская холдинговая компания Sega Sammy Holdings Incorporation официально объявила о покупке финской студии Rovio Entertainment. Совет директоров компании и акционеры Rovio, разработчика популярной игры для мобильных устройств Angry Birds, уже дали свое согласие на заключение сделки. Сумма сделки составит порядка 776 миллионов долларов. Она должна завершиться ко второму кварталу 2024 финансового года. Генеральный директор Rovio Александр Пелетье-Норман заявил, что задача студии – дарить радость. Соглашение поможет японскому издателю увеличить долю на рынке мобильных игр и ускорить разработку мобильных версий ее собственных приложений. Ранее The Wall Street Journal сообщали, что поглощение Rovio оценивали примерно в 1 миллиард долларов. Тогда акции разработчика легендарных злых птичек смогли вырасти в цене. При этом в Sega в рамках предварительной сделки оценили Rovio на уровне 9,25 евро за акцию, плюс 1,48 евро за опцион. Это примерно на 19% выше цены акции до объявления о сделке. Что интересно, изначально приобрести Rovio хотела израильская компания Playtika. Стоимость сделки могла составить 8,5 евро за акцию. Однако переговоры провалились и завершились в марте этого года.